Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Брак в Кане Галилейской. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матери Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водой». И наполнили их доверх. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.